Платья-флаги от Тинатин Магалашвили, проект грузинского дизайнера, уже известен за пределами нашей страны. С новым масштабным проектом зрители ознакомятся весной. А до этого дизайнер провела первую фотосессию коллекции «Флаги». Подробности в сюжете Тамары Тушури. Музыка, гимн, платье, флаг. К своей необычной коллекции Тинатин Магалашвили готовится особенно тщательно. Дизайнеру пришлось перенести показ на весну, поскольку проект в буквальном смысле начал расти. После показа в Тель-Авиве, где Тинатин решила показать платье-флаг Израиля, ее идеей заинтересовалась почти вся Европа. Проект носит символический характер. Дизайнер решила сшить платье-флаги тех стран, которые поддержали нашу страну во время российско-грузинской войны. Дефиле будет весной, мы так решили, потому что вот надо подготовиться нормально. И вот первый шаг сегодня. Сегодня у нас фотосессия, мы снимаем 4 костюма. Мы собираемся в конце сделать вот большую экспозицию. В конце этого дефиле будет автор-парти, да, для вот приглашенных гостей, которые будут из посольств. Это очень важный для Грузии проект. Нам приятно, что он нашел отклик во всем мире. Нас начали приглашать на модные мероприятия в разных странах. То есть проект «Флаги» действительно оказался своеобразным пропуском в мир моды и нашей визитной карточкой. Но главная наша цель – выразить благодарность тем странам, которые помогли нам в сложное время. Италия, Польша, Эстония и Израиль. Пока что дизайнеру удалось сшить всего 4 наряда, но впереди еще 22 костюма. Все они должны быть выполнены вручную. Коллекция все еще находится в процессе создания, но Тинатин решила запечатлеть их на фото. Так появилась идея проведения фотосессии. Ее организовала Кикала студия. Фотохудожники оказались перед непростой задачей. Нужно одинаково точно акцентировать внимание и на моделях, и на платьях. В обычном режиме идет эта съемка, но оригинально в том, что сегодня в этих коллекциях основном идея – это флаги государственные, которые мы должны как-то снять, чтобы эта все идея хорошо была видна для зрителя. Специально к этому показу, который пройдет весной на реке, в Грузию приедут известные модели и дипломаты. Платья-флаги Тинатин Магалашвили оденут известные модели Доминика Синкова и Влада Турилова. А сам показ Тинатин будет освещать съемочная группа Fashion TV. Очень сложно позировать перед фотообъективом, потому что я думаю о том, как правильнее нужно выглядеть, когда на тебя надето платье-флаг. Это очень красивые платья, но к ним в первую очередь я отношусь с уважением и почтением. Сложно воспринимать их как платье. Ощущение, что я облачилась в флаг Италии. Тинатин Магалашвили не успела завершить свою коллекцию, как на голову уже обрушились многочисленные приглашения из более чем 20 стран мира. Дизайнер решила организовать турне и показать грузинскую моду через флаги 26 стран.